потенциальная выгода для пользователей биткоинов в результате пересмотра налогового кодекса США. В Америке примут законопроект, смягчающий требования к налоговой отчетности для криптовалюты, сообщает CoinDesk. Законопроект будет рассмотрен парламентом в рамках налоговой реформы. По словам Евы Либерман, этот законопроект – реакция правительства США на решение IRC в 2014 году приравнять криптовалюты к собственности, что вызвало негативные эмоции у потребителей.